С начала времен человек мечтал свободно перемещаться в пространстве. Передвигать предметы вопреки недосягаемой высоте и тысячам километров дорог. Быть свободным в реализации собственных идей. Свободным от ограничений. С начала времен эта дерзкая мечта оставалась основой всего, что создает человек. Мечта воплотить невозможное. Научно-производственная компания «Панх» – ведущий поставщик вертолетных услуг на юге России. Современная высокопрофессиональная структура, выполняющая широкий диапазон уникальных воздушных работ на территории России, а также в странах Европы, Азии и Тихоокеанского региона. Компания расположена в городе Краснодаре, ведет свою историю с 1964 года и является единственным в стране вертолетным оператором, совмещающим научную и производственную деятельность в области применения авиации. Сегодня компания «Панх» — это многоцелевой парк воздушных судов, научно-исследовательский центр и собственная сертифицированная база технического обслуживания. В составе компании также действует филиал и авиаремонтный завод, расположенный в Магадане. Парк воздушных судов компании насчитывает более 30 вертолетов 10 различных модификаций и позволяет выполнять все виды вертолетных работ. Многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 обеспечивает грузоподъемность до 20 тонн и является самым крупным вертолетом в мире. Имеет крейсерскую скорость 255 км в час и способен перевозить груз как на внешней подвеске, так и внутри фюзеляжа. Три вертолета Ми-26, работающие в составе компании «Панх», реализовали более сотни сложнейших воздушных операций. Средний многоцелевой вертолет Ми-8 грузоподъемностью 4 тонны способен разместить на борту 22 человека и обеспечить крейсерскую скорость в 230 км в час. Надежность, неприхотливость и удобство в эксплуатации сделали эту машину наиболее распространенной для решения самых разных задач в области пассажирских и грузовых авиаперевозок. Многоцелевой вертолет К-32 способен нести на внешней подвеске груз весом до 5 тонн или разместить 3-тонный груз внутри фюзеляжа. Крейсерская скорость машины 220 км в час. Маневренность, возможность эксплуатации в сложных метеоусловиях и базирование на кораблях, уникальные качества боевого палубного вертолета сохранились в К-32 для решения задач гражданской авиации. Не менее востребованы в работе компании и такие вертолеты, как Ми-2 и В-3 «Сокол». Спасательные работы в труднодоступной местности и функции воздушной скорой помощи. С помощью этих небольших надежных машин, грузоподъемностью до 2 тонн, была спасена не одна человеческая жизнь. Сегодня единый потенциал научного центра и летно-испытательного комплекса «Панх» в сочетании с современной материально-технической базой не только обеспечивают компании лидирующие позиции на рынке, но также вносят существенный вклад в стратегическое развитие российской авиации. В свое время была выбрана очень правильная формула. Формула соединения в рамках одной компании науки и производства. По сути дела, вот это заложило формулу будущего успеха. А сегодня это уже и, так сказать, новые технологии, которые мы разрабатывали для всех и вся. Сегодня мы разрабатываем их также и для всех, и продаем их. Но в первую очередь мы их используем для себя, а это уже конкурентное преимущество. Второй фактор, который сработал на успех, это, конечно, коллектив. Коллектив единомышленников. Ну, достаточно сказать, что сегодня у нас трудится компания, 4
доктора технических наук, около 10 кандидатов экономических, технических наук. Я скажу, этим не может похвастаться ни одна авиакомпания Российской Федерации. Да, я и предполагаю, что в мире не так много таких компаний. Широкий диапазон вертолетных услуг регулярно обеспечивается внедрением уникальных авиационных технологий. Сегодня научно-производственная компания «Панх» успешно выполняет следующие услуги. Перевозка грузов и пассажиров, строительно-монтажные работы, тушение пожаров, аэрофото и видеосъемка, миссии по спасению, сооружение и мониторинг трубопроводов, поддержка нефтегазовых проектов, обслуживание морских судов и буровых платформ, расположенных в офшорных зонах. Все виды уникальных воздушных работ. Все существующие методики и инновационные разработки «Панх» соответствуют требованиям международных стандартов качества и безопасности полетов. С 1991 года компания является членом Международной вертолетной ассоциации, а в 2007 году система менеджмента компании сертифицирована по международному стандарту ISO, что подтверждает строгое соблюдение условий контрактов, стабильно высокое качество и безопасность авиационных и научно-технических услуг. Сегодня компания «Панх» следует стратегическим целям: сохранять единство науки и производства, быть высокоэффективным бизнесом, соответствуя высокому уровню стандартов качества «Панх». Основными критериями успеха мы поставили перед собой использование современных научных технических средств и технологий. И вторая составляющая – это высококвалифицированный персонал, летчики-испытатели высокого класса, которые позволяют вот эту нашу научную новизну, нашу инновационность воплотить в жизнь. Дополняет это все материально-техническая база, современная вертолетная техника, которая позволяет реализовывать те научные разработки, которые мы проводим. И вкупе сочетание вот этой науки и производства дает нам действительно ту формулу успеха, придерживаясь которой нам в протяжении уже десятков лет нам удается удовлетворять самые уникальные требования заказчика. В реализации смелых идей расстояния теряют значение, а любая высота перестает быть недосягаемой. Всякий раз воплощая невероятное, мы открываем новые возможности своего успеха.